снега была, весело, можно сказать, снега с обилием моментов, что одни хорошие, что другие. И, конечно, большое количество ошибок, которые у каждого бывают, так сказать. Так что для зрителей, наверное, игра интересна, но тренеры добавляют именно себе фокус. А так, я думаю, ничья. Конечно, обидно пускать, выигрывая по ходу матча, пускать победу, но объективно ничья с командой не будет. Спасибо. Вопрос просто естественно. Нет? Так, очень много было ошибок в защите, чем это можно объяснить? Там, кроме пропущенных мячей еще были такие какие-то? Да, да, много было ошибок. Не хочется ссылаться ни на поле, ни на то, что час играли дня. Хочется на это ссылаться всем профессионалам. Но ошибки такие были, можно сказать, детские. Простая взаимостраховка. То есть один играет, второй страхует, а у нас этого не было. У нас была надежда друг на друга.